Доброе утро, брат. Доброе утро. Вот у меня сразу заело, только тронул и сразу зависло, и не могу еще тронуть. У меня что-то маленько капризничает. Ну что, пылесосим все, да подготавливаем. Ответа никакого нет, только на Бога надеемся. Порядок такой, думаю, мы, если Господь благословит, завтра мы выезжаем. Ну, желательно бы пораньше приехать. Ну и сразу... Дайте наши паспорта назад, уже о визе не говорим. Что они скажут? Главное теперь нам, чтобы не разошлись мы в пути. Ну, а на предохранение тут я племянника как сторожа ставлю, чтобы каждый день узнавал у него, есть идея спецпочтой, самое срочное. Придется кое-что потерять. И в средствах, и... В пути вы никак не разойдетесь, если даже документы... Если даже разойдетесь, то ваши вышлют документы. Это, как говорится, не проблема. Если мы придем, а у них нету, а теперь мы узнали, какая причина, сказали, ни один год столько вроде не было в Англии, сколько сейчас завал у них. И они сами написали у себя на сайте, что где надо было 3 недели, может быть, 1,5 месяца задержка. Завал. Я сам видел. Там завал, потому что Украина едет, много с Украины едет в Англию. Ну вот, видишь. Поэтому мы попали как раз вот в столпотворение-то это. Ну нам-то надо выбраться из этого. Если я приду в посольство, я уже там просчитал у них. Я требую паспорта, наберите мне паспорта. То есть у некоторых людей, ну они назначены на какое время-то. Отпуск, а отпуск-то уже кончается. А теперь еще визу-то открывать, когда отпуск кончается-то. Я не один такой. Но у меня борщ за этим стоит. У меня виза открыта, другая пропадает. Да, выхода нету. И они тогда уже придумали дальше, что, то есть, деньги, само собой, пропали, но ты больше не обращайся, к нам не имеешь права больше обращаться, раз паспорт забираешь. Я был ее, их потенциальным клиентом. Может, у них за этим тоже что-то кроется? Ну, я и не настаиваю. Правила-то их. Они, говорят, музыку заказывают, а писать-то нам приходится. Только надо молиться, и Господь силен что-то сделать. Я вот с этой переписываюсь, она в Донецке, в самом городе Донецке, где вся эта война-то, Башкова, Елена. Я с ней тоже переписываюсь. Так она мне-то еще написала, сегодня я вам сейчас прям скину маленько погодя. Это, ну, человек видно, что знает, о чем говорит. Смотри, я считаю, что она говорит. Игнатий Тихонович, большое спасибо вам за ролик с Сергеем. Не препятствуйте им приходить ко мне. А то мы с вами где беседуем, мы переделали на 2 экрана там. Спасибо и за ваши молитвы о нас, грешных и немощных украинских русских. Я их так назвал, говорю, вы немощные там. Я всегда знала, что Царствие Божие уже здесь. Оно внутри нас, а не тысячелетнее. Будет где-то. Однажды я училась в одном богословском институте. Какая она грамотная-то. И после года на вопрос о тысячелетнем царстве написала свое видение по Библии, что оно, царство, уже здесь, после распятия Господа, оно внутри нас есть. Христос сказал, Царствие Божие внутри вас. Меня сразу исключили, за что им благодарна. Сектанты ее. Вот и вся любовь. Спасибо за молитвы, которыми вы учили. Буду ими молиться. Пришла из сектантов меньше. Она все слушается. А по поводу поездки, я не согласна. Когда кто-то сказал о том, что это как бы проделки сатаны, возможно, Господь вас от чего-то перестерегает. Он же отвел вас от поездки через Украину. Тем более, что мы молимся. Да будет воля его твоя. Исайя 55:8, кавычки. Мои мысли не ваши мысли. Не пути, ваши пути, пути мои, говорит Господь. Кавычки закрыты. Сами знаете, мы часто раскладываем все по полочкам. Нам кажется, что все правильно, иначе быть не должно. Я тоже молюсь о вас. И мое видение, двоеточие, или Господь испытывает вашу веру в очередной раз, как бы государственный экзамен всех нас, и даст больше, или поведет другой дорогой, дарует лучшее. Аминь. Представь себе, женщина, какой светлый разум у нее. Да. Вот. Она говорит, мой сын на поле работает сегодня, помолите, чтобы вернулся с поля-то там где-то, не беды-то какой не было. Ну, дочку сегодня я не пустила на занятия, она где-то в университете, что ли, учится. И все, молитва, молитва. И сектантом пришла.
Я ей сразу сказал, у тебя, тебе только одно надо, церковь и причастие. Церкви быть, идти на исповедь-то. И она сразу сказала, что там и не ладно, где. Я говорю, ну соседи где, пойди, избери духовника там на месте-то. Поддержать ее надо, меня не будет. Вот так. Знаете, вот вопрос такой есть как раз по поводу Царствия Божия. А можно, я вот через 5 минут сейчас перезвоню, у меня глаза сильно щипят. Сейчас я матушку попрошу, чтобы вытерла. Глаза щипят. Да, ну давай, попроси. Сейчас я прям буквально через 3-5 минут перезвоню. Ну так, а подожди пока. Ты закрой глаза-то, поговорю. Мне, я сейчас ну, тоже ухожу. А у меня щипит сильно, я не могу даже говорить, не могу. Боль очень сильная. Но наша мама говорила, когда боль, говорит, через боль, говорит, болезнь выходит. Да ну давай. Здоровье, человек сразу вытереть, а нет, не могу вытереть. Ну я не могу, я вижу так. Я думал, что он просто так. У меня тоже щипит, но я думаю, может, проедает наоборот хорошо. А то я сейчас убегаю на улицу, там это, меня надо. Скажи самое главное, а потом отдельно встретимся. Я это, что они, как же они понимают, сектанты, что Царствие Божие внутри вас есть, а что они говорят? Они говорят, это само собой. А тысячелетие это на земле. Сначала праведники воскреснут, 1000 лет тут какая-то история на земле будет идти, а они на небе. А потом там выйдет сатана, и что-то там будет, но церковь страдать не будет. Это самое страшное обольщение. Церковь никогда так не учила. Говорит, ради избранных дети сократят. А что сокращать, когда они на небе будут? Они, баптисты в этом деле совершенно неразумны, чем я спасен. Как сказал, я спасен, и больше ничего не надо. Вот в этом погибель. Как сейчас Бог, любовь, Бог, любовь. Это уже все обольщенный человек. Ты не забываешь, что Бог, любовь, но любовь по, в его понимании Божьем. Ты еще городишь-то. Кто потоп-то сделал-то? Бог. Иоанн Златоуст говорит, это по любви. А в чем любовь? Легкая смерть. И прекратилось зло. Ты научись мыслить-то категориями священного писания. А то сегодня люби ближнего, как самого себя. Ну и ты выполняешь это. Ты первый не узнал, как самого себя любить-то. Спишь сколько хочешь, рот корытом. Ты что делаешь-то? Ты маленько начни над собой трудиться-то, я говорю. Люби ближнего, как самого себя. Ты сам себя не любишь, ты и ближнего так. Старики-то, внуки-то, да, внукам дают, они только портят. Ешь больше, спи дольше, все. Это главное, у них Евангелие. Их стариков, как говорится, ликвидировать надо сразу, как внук родился. Ну, имею в виду, что отстранять. Они порчу наводят на детей. И они, внуки-то растут, а потом бабку берут и трепят, получку отдают, аванс, пенсию. Больше ему надо. Ты научи их вставать рано, подними на молитву ночью, Златоуст говорит, если не сегодня, то когда? Вот как надо рассуждать-то. А сектанты, они это не понимают. Это хилиазм. Это обольщение. Церковь отвергла это учение. Тысячелетнее царство началось на Голгофе. Очень просто рассуждение. Это простые. Писание говорит, как может кто расхитить вещи сильно, если прежде не свежие. Да Христос расхитил? Да. А 1 Иоанна 3,8. Для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Точка. Я говорю, да Христос выполнил свою миссию? Ну да. Ну значит, он разрушил его дела. Для этого он явился. А если не разрушил, то не Христос был тогда. По боку все. Будем ждать нового вместе с евреями. Тут маленько-то. Для того явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Все. Адам к евреям 2,14. Дабы смертью своей лишить силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола. Где он его лишил? Ну как лишил? Ну связал он в том месте, раз расхитил. А когда? Ну не знаем когда. Но написано, когда связал и наступило тысячелетие, связал на 1000 лет. Эти события связаны. А когда связал на Голгофе, ну и тысячелетие царства, а что это? Это время евангельской проповеди. И тогда ни одного места писания не противоречит. Они не могут свести никак. Я говорю, было у одного баптиста хорошее отношение, Гузь Иван, в городе Искитиме. Так он, чтобы выразить эти пришествия Христа, 3, 4, 5, он у тещи, видно, простынь выпросил, и на ней все это нарисовал кругами, все эти шастры. Мы залезли на эту простынь-то, посидели, а я вопросы задаю, он про простынь забыл. Ничего не сходится. Оставьте расти до жатвы, и во время жатвы, а жатва кончина века, кончина века. Ну, век-то, ты знаешь, что такое? Кончилось. И соберутся перед ним все народы. И тогда делит козлов. Тогда бросит в печь огненную. Сначала плевел, а вы пшеницу до 1000 лет. Ну, совершенно нет. Глаза вылупят, сидят и...
Они никакие, они не просвещенные. Они не имеют благодати Духа Святого на толкование. Почему? За гордость. Они отвергли святых отцов. Это самый дохлый вопрос для баптистов. Вот на этом их Господь и ловит. Они могли бы отвергнуться? Не могут. А это почему? Господь дал нам трамплин, с которого мы можем их поднять. Я думаю, это от Бога так, что им мозги сатана сбекренил. Этот вопрос абсолютно на 100% проигран ими в течение одного часа. Я с ними беседовал сотни раз в разных городах. Ни разу нигде, в конце никто даже глаз не поднимал. Да как же так? Такие опытные братья, да там Кларгель, да начинает Бакмелдер. Да кого собираете-то? Один я адвентист, а другой щекист. Что ты собираешь-то? Ну, тихо, у них же учения все от отцов православия. Они же баптисты учатся у отцов ведь, да? В вопросе Троицы. А в толковании они самое измышленное. Вот это вот учение о тысячелетнем царстве. А тут вообще рассуждать не о чем. А как же тысяча, она кончила. Слово тысяча означает множество. Открой. Падут после тебя тысячи и 10 тысяч, в тысячу родов. Ну, посмотри маленько-то. Они никакие. Нет у них замкнут. Я спасен, и поэтому зачем мне спасен? Вот я не спасен. То есть я спасен в надежде, Павел говорит, в надежде. Многие потерпели кораблекрушение в вере, Они эти слова вообще не берут. Я уверовал, я на небе спасен, все, ноги с облаков свесил. Ему ничего уже не надо. Зачем ему двигаться, изучать, трудиться, пост, молитву? А зачем это нужно? А Павел говорит, как, смиряю, порабощаю тело мое. Я обращаюсь, руководители баптистов в Москве, скажите, как вы порабощаете свое тело? А зачем его порабощать? Ну как же, Павел говорит, я порабощаю. Он дает нам пример. Я смиряю, порабощаю. Порабощаю, то есть рабом его делаю. Душа хозяйка-то. Так мы же спасены. То есть они замкнутые. Они поврежденные. Секта – это всегда духовное повреждение в разуме. Не только в душе, это в разуме. А когда начинает маленькое у него просветление, и дальше свет воссияет, как Геннадию Фасту, все, он утром он уже православный. Вот смотри, это Башкова, Елена. Я один раз разъяснил, и все. Сейчас еще два сектанта на меня выходят. Вы нас не бросаете только. Мы уже начали сомневаться в спасении своем. Ну что ты? Заходи на форум, на сайт. Есть. Ну вот у православных же утверждение совершенно обратное. Православный человек себя до последнего дня считает неспасенным. Это тоже неправильно. Спасенный в надежде, нужно говорить. Да, мы спасены, мы избавлены в день, когда я вышел из крещения. Я бы умер тут. Я спасен наверняка. Но я двигаюсь. И поэтому цепляется все. Я вас не согрешил. Сам того не знаю. Или что-то еще там сказал. Брат пошел, я не расслышал. Мне жена сказала, а я не расслышал. Да я не слышал. Ты подошла бы, сказал, я не слышал. Ну как же я сказал? Сказала, мы погнали машину в другой конец. Он вчера сгоняли, еще нету, вернулись. Она теперь тому, там вас ждут, там. Ну, я вернулся уже, больше машину не можем трогать. Мы сразу занимаемся. Да как же так? Ты могла мне написать и показать, вот куда ехать, вот. А ты сказал напротив того дома, где мы жили. Я подъехал, то всех соседей опросил. Прошли по домам, нигде ничего нету. Нету никого. Мы наискосок прошли, нигде нету. Могли дать точный адрес? Ты не написала, поэтому оставь в покое, мы занимаемся машиной теперь. А мы сначала разгрузили, все прикрыли, тут буря идет, а мы поехали. Вот так. Надо до конца доводить и понять, что он расслышал. Я говорю, у меня опыт не два дня, а 51 год. А что Бог хочет сказать? Не знаю, но я прошу определенно воли Божией. А может, ему не угодно нынче. Господь может завтра нас пошлет или послезавтра, но через Скандинавию. Не знаю ничего я. Что я могу узнать-то, я сижу дома. Собака у меня, все сделано. Вчера приходит тут у нас врач, это Виктор Андреевич. Он больше ведет занятия, когда сидит-то. Яковлев. Принес два ящика. Я говорю, что ты делаешь? Ну, коробки. Сухофрукты. Он первый зашел, я вчера спрашиваю, скажи, ты хоть маленько-то слушаешься меня или нет? Выполнишь одну просьбу? А вы мою выполните. Я говорю, я первый сказал. Моя первая просьба. Я сижу за столом, смотри, что нам несли. Давай, садись с нами за стол. Ну, он это все помаленьку начал. Ну, теперь вы меня слушаете. Что? А у меня там на крыльце я кое-что принес. Ну, заходит, заносит две большие коробки. По полметра, наверное, длины. И что это там? Сухофрукты. Да какие сухофрукты-то?
кедровые орешки обмолоченные, кедровые. Вы ели когда-нибудь их? Я как только подумал, ящики-то посмотрел, думаю, ну это я к Сергею повезу. Пусть она жует. Они витаминные, легко перевариваются. У нас дорогие эти орешки, дорого стоят. Ну, принес, поставил, все. А с ним разговаривать бесполезно. Он всю аптечку приготавливает, покупает. Ну, он не пройдет мимо, чтобы не обнять, не поцеловать. А как обратился, как пришел, он все это о себе говорит. Это можно в 15-м томе Яковлев зарядить. Яковлев. У него обращение удивительно было. А дальше детей крестил. А жена в отместку ему никакая была. Пошла к царобрядцам в отместку. А ее корней там нет. Царобрядцам у тех, когда корни какие-то есть. Там отец, мать, бабка были. А у нее никого нету. Ну и дочка ушла туда замуж, вышла. И он какой? Да никакой, говорит. Какой он там? Ни на молитву нигде взять-то. Он хороший. Крольчатину не ест, журавля не кушает. Я как-то беседа, мама приехала, она у меня к старообрядцам ездила в Белокривицкой иерархии. Вот. Через меня и пришла она туда, услышала, что нужно священство иметь. Вот. Приехала и батюшка исповедовала, причастилась. Я говорю, как же он исповедовал? А спрашивал, не ела ли журавля? Не журавля, а журавля. Так ты поймала, говорю, сначала журавля. А он тебя не спросил, не сбивала ли ты твои спутники, и не жевала ли шпалы. И что он спрашивает-то? Он должен спрашивать по делу, где ты плывешь. Не ела ли журавля? Да я знаю при том этого священника, то он хороший. Поп Никола Дульнов. Он приехал маму причащать. А в это время дорога была опасная. Застыла, потом растаяла, и как покрыта тонкой пленкой, и сверху опять растаяла, и вот как маслом помазала. И нас как накрутила, вот так на дороге и бросила в кювет. Ехали. Он приехал 150 километров причастить ее только. Представь себе, какой хороший. Ну и беседовали. Отношения-то хорошие. В университете еще он там, не знал, попал. И знает, я веду занятия, не зашел. Нельзя, отлучат. Отлучат. То есть, если священник вот расспрашивает вот такие слишком интимные вопросы, задает, можно не отвечать на них, да? Ну почему? Вот анкету англичане дают источник вопроса-то. А там yes, no, yes, no. Ну и спрашивают, сколько вы думаете потратить в Англии? А я пишу, no. А как же так, ты же думаешь там быть? Так я же в гостях. Но они это не поймут, пиши по надобности. Но не буду писать. Еще в надобности. Мне надобности никакой нет. С собой все есть. Я в гостях. Они мне не дают варить-то там. Они сами накормят-то. Да, все, 5 дней-то. И опять, сколько будете ездить, и там на транспорте, а ну. Что отвечать-то? Я новый буду отвечать священник. Вот он начинает там искать там передний, задний проход. Да его ли это дело разбирать-то? Клал ли руку на грудь жене? Ну на кого же ее ложить-то больше? Исповедует. Это монах писал. Он все, что воображал, у него нет жены, и он это все, это Амросий составил, это Юрасов. Я знаю это происхождение, это маленькая книжонка. Да он там такие, ой-ой-ой. Да, я ну, читал. Я читал, это он учит. Это катехизис для блудников. И он у меня был несколько раз. Я говорю, что ты долго-то не был, 3 года не приезжал-то. А мне хватило этого на 3 года, что ты со мной беседовал. Он меня подвиг к изданию книг. Про сектантство я сказала. Я ему, когда шли дорогой, в одном месте много людей обратилось. Я говорю, там надо исповедовать их, причастить. Они бывшие катакомбные. Ну, он услышал, такой дорога, у него академия, он такой умница. У нас появился, немедленно издавать надо. Да нам преподавали, это схоластика одна. Все, засушено. А то, может, любое слово ваше пощупать с сектантами-то. Я говорю, так ты иди. И щупай его на деле. Ну, правда, это меня подвигло написать. А я это не писал даже, мне некогда. И вот он исповедовал, когда усталый такой, все рассказывает, как они, когда было там в пещерах, и там до утра, да, по 300 человек. Я говорю, зачем ты это делаешь-то? Ты сначала узнал, надо ли им это. Я говорю, ты напоминаешь хозяйку в сельской местности. Взяла куриный помет в бочку, раскрутила его, вот, а потом ждала, когда сядет. А сядет, исповедовал, а потом опять. Она нихуя не делает, ты помет-то выброси с них. Подумал маленько. И вот они у меня были, когда отец Геннадий Фас, он сидели у меня за столом и рассказывали, кто как обратился. И это у меня пленка была такая, а теперь это на форуме все. Небо и земля. У него не было обращения. Не было. Но чудеса были.
Он гоняется за чудесами. Какая бабка еще сказала, что я во сне видел, он подробно все. Ну, у меня в четвертом томе. Посчитай там. Я его вопросы разбираю. Главное, не обиделся он. Вот это хорошее качество. Он продолжает писать мне поздравительно. А батюшка наш поехал, а его дома нет. Так он дошел, ему в тумбочку эту книгу положил. С доставкой на дом в тумбочку. Ну так, в принципе, все у вас готово, да? Все готово. Нет только паспортов. Все, абсолютно все. Ставка, книги на месте, здоровье хорошее, собака с нами, дом русская. Все, что не добрали, и дорогой. Сейчас я добираюсь здесь. Потому что я подвел полный итог. И сегодня пришел к неутешительному выводу. 84. Значит так, я вслух считаю. У меня есть подозрение, что меня обокрали. Обокрали у меня в сарае номер 5, лежали книги. И самые близкие здесь был 29-30 том. По всем признакам все а я же его в несколько странах прятал, может мест 5-10 у людей. То есть в одном месте пропадет, в другом останется. Нигде ни у кого нету, все стащил вместе, теперь на следующий год уже готовлюсь. Примерно так. 220 экземпляров книг, того и другого тома исчезло. А это большая сумма. Нету их нигде, ни у кого. А они самые последние вышли из печати. 15-го тома нет, тут объяснимо, потому что там как люди пришли, обратились, и они подробно свое-то нигде не встречали. И стали брать, чтобы родственникам отослать. И поэтому у меня 15-го тома нету практически. Если он есть, то только-только. До вас и не забывай. Нет, может быть, еще найдется. Я думаю, не знаю нигде. Ну, красть, а кому? А кому нужно? В единственном экземпляре один том, кому он нужен? Я всех нашел. А это ближе всего к окну. А окошко только стеклянное. То есть у меня очень сильное подозрение уже в последнее время, что их просто украли. Украли, они не знали, что там есть, подряд брали. Ну, главное, тот и другой, они около самой двери, а остальные-то дальше были там. А они в последнее время по выпуску-то. А отдельно их никто не брал. Их берут отдельно те, которые знают. Отдельно, допустим, второй том, как вести занятия противосектантские. Третий том – это как образовать общины. Четвертый – как работать с разными людьми. То есть это энциклопедии, самые настоящие. И поэтому у меня нет. Стихии за ними, первый выпуск стихии, их просто нету. Нету, я оставил только-только таких, вот самые близкие. И симфония на жития святых. У меня их тоже нету, кончаются. Вот эти две книги, у меня над книгами специально поставлен руководитель, она продает, там собирает, обсылает. С Татьяной вместе. И я ей сказал, Галина Николаевна Кудрявцева, эти книги без меня не трогать, просто не прикасаться. Их мало. Мало это, ну, бывает, и епископ спросил, тут я по неволе должен ему комплект дать. И поэтому я маленькую заначку имею, хотя бы по одной пачке, это 8 штук. У меня глаза прощипало, и резкость лучше стала. Ну, я тебя подержал маленько, то я убегу. А если я оторвусь, то я убегу. Там Витя бросится с машиной, может что-то подлежать надо, собаку надо прогулять. Я уже с ней вожусь, с ураганом-то. Ураган красавец. А тут всех кошек разогнал по ограде-то. Он неусидчивый стал. Я всегда Сергею говорю, как же так-то, у меня ж таким он не был-то. А я медаль-то получил, приехал, чемпионом России-то стал, это ваша медаль. Я говорю, так я дорогой, то всю дорогу с ним занимался, я сам дрессировщик. Так моя-то дрессировка, я говорю, когда я занимался уголовным, у меня это называется высшее образование собаки, то твоя, чемпион России, например, во втором-третьем классе начальной школы. Моя след брала в городе 4 часа давности, и она выводит, и под землей человека находит, он там залез где-то, ну, разное там, люк закрывается, то она лапами стала, и оттуда вывели его. А вы-то еще тут занимаетесь, сидеть, лежать, одну и ту же команду 5 раз. Ну, собака хорошая, злобная, никого не укусила ей. Я выхожу тут, а он на улице, а я в сарае, сразу за лай такой поднял, я вышел, это я. Тут хвостом вместе со спиной машет. Ему играть надо. Вчера потаскал я его, это, у меня он, так сегодня едва встал, позвоночник-то раскрутил меня. Он головной такой.
Игнатий Ильич, ну, в 27-го уезжаете, а когда в Туле в этом будете? В Москве? Ну, да, в Москве. Ну, трое суток, думаю. Трое суток, может быть, если задержки никакой не будет, благополучно. Главное, трое суток. Ну, считаю, во вторник выезжаем, вторник мы едем. Ну, задержка на Сибирске, значит, мы не сумеем проехать. Ну, считаю, что 3,5, а то на 4 потянет. Ну, не больше, если все благополучно. Ну, а там вы задержаться будете? Насколько? А то в посольство. Опять же, мы не знаем. Они скажут, визу вам сделаем. Скажут, доплатить, мы доплатим. Поускоренно. Верните нам паспорт. Скажут, не взяли что-то. Я буду до конца биться, сколько надо им доплатить. Чтобы виза, то в Англии-то ждут нас больше всего. Там да, это может встречи. Быть надо, может быть, проплатить, и там быстрее все организуют. Все это сделаем мы. Сделаем, проплатим. Вчера же не видел собрание-то? Видел. Кто там скрученные деньги-то подал, посоленый подошел. Ну, я к этим деньгам еще 1000 добавил, туда баночку ему и положили. Но главное-то что? Желание. Отец духонемой, там дом строит, и все поврежденное есть. Вот, иду дорогой, там обнимают. Обнимаю его на целую, там лежу, в карман что-то сует. Вот. Народ-то какой. Это прямо не скажешь. Сел обедать, а что? Мы же не готовим. Витя пришел сейчас 2 дня. Один стучит счет. Зашел, рукой сунул, жареная рыба. Другой подход. Татьяна привезла, манная каша, я люблю. Железный термосок, горячая. Я сижу, Витя, да какой же народ-то? Да люди-то знать не знают где-то. Уже сели. Жена открыла дверь. Так, возьмете. Что? А эти называют блинами замотаны с творогом. Другие заходят. А вот у нас со слезуном вы очень любите, с яичками, пирожки. И вот на столе. Маленько погодя, другой заходит. А у вас что-нибудь есть с собой? Я ему сгреб тут же. Пошло маленькое время, это Игорь Тряхков приходит. А у нас свои блины опять заносят другие. Я говорю, истины нет, только сиди да удивляйся, да Богу молись. Народ-то золото. Люди-то понятия не имеют. Почему? Потому что они все вместе, они с ними занимаются, они сами работают, они спешат помочь. А в церкви-то вышли. Вот одна говорит, я долго смотрела, выходят какие-то люди, останавливаются из храма, из Покровского. Я к ним подойти не могла, я вижу, а я всегда одна, никто ни разу не подошел, я столько лет хожу. И вдруг к ней подошел Игорь Третьяков, и пригласил ее на занятие, так она, так, отошел, сейчас минутку. Надежда Васильевна уже все там привела, ветер пришел. Ой. У нас жизнь веселая, радостная. У меня одна есть, ко мне заходит. Ну, может быть, с другой стороны. Да ладно, ветер. Каждый день. У нее не ладно. Муж богатый, приздурел. Пошел к чужой бабе. А я его знаю. Ну, просто мое мнение такое, что человек хороший. Сатана просто дал подножку. И вот он не знает еще. Теперь совсем к ней туда уже переезжает. А она теперь, я говорю, ты перейди в другой статус. Тебя Бог переводит в это дело. Она уже как молиться начинает. Какая твоя молитва-то ты? Ты стонешь. Что она позвонила? Она ей-то звонит. Он побыл твоим мужем, теперь он моим будет. Она... Если его нет, она звонит ей, хватит тебе, я тоже его хочу. Ой-ой-ой, народ-то пошел какой. И она все время, а ко мне-то обращается, почему? Потому что она помощь получает здесь. Я говорю, друг мой, ты все это забрось. Ты только молись. И вчера вдруг он заявляется в дребезину пьяный, говорит, дребезину-то. Да куда он поедет такой, я говорю, не твое дело. Он поедет с деревом встречаться теперь после жены, в обнимку. И там его Господь найдет. Ты даже виду не подавай, ты выйди прилично, чтобы не засаленное. Потом сравнивать тебя будет с тем. И веселая, радостная, поцелуй его, и проходи, мой друг. И все на этом. И дальше не спрашивай его. Она у него в этой компании помогает. Он не просто компания, он номер один в государстве. Номер один. Это производитель, он... У него комбайны, трактора, он растет, все у него растет везде. И он кормит народ, он тысячи людей кормит. Но у него и доход есть. Он мастер, замечательный. Но сатана подкусил.
Ну, я ездил, встречался с ним, и он помогал, как-то нужно было. Он сразу мне отстегнул 100 тысяч на книжки. Вот. И каждый год он мне помогает чем-то. Для голубей, там, где можно привезти. Ну, вот такое дело. Я тебе на ушко потом скажу, как звать их, чтобы помолился. Помолился. Потому что его мне жалко, а ее тем более. Она страдает, и ты ребенок. Ты не гляди на него, теперь в войну сколько погибло-то. И все одни жены оставались с семьей ребятишками, и выходили же, и на улице валялись-то. Да соседки сейчас сказали, кто тебе содействует, сочувствует, это враги твои. Отойдите, скажи, он хороший. Меня жалеть не надо, я сама виновата, что он стал таким. Где-то не обращала внимания, где-то не молилась. А вообще, не человек, так он человек предлагает, чтобы она не тосковала, а ты тоже себе мужика заведи. Вообще даже я слышу это и не верю. Но не верить нельзя, потому что это беспредел. Но еще не потерян, он живой. И каждый день надо молиться. Это испытание. Испытание. Я рассказываю, как я про мою маму. Зашел напротив. Там тетка Мария. А где Тихон? Да ушел на колхозное собрание. Да он не на собрание ушел, он говорит, к Аграфене ушел. Гриппа, Грапа зовут это, ну, Аграфена. А мать знала, что он к ней расположен. Мой отец Тихон. Мать подумала, что возьму палку, пойду в окна переколочу. А в деревне это она будет их застеклять бычьим пузырем только. Стекла не найти. А потом подумаю, дура, бабы смеяться будут. Да ничего не буду делать. Оденусь, пойду на собрание. Я ему расскажу, что там было на собрании. Пошла на собрание, он на передней скамейке сидит, говорит, какая новый огурчик. Он нигде и не был. Я, говорит, побыла, пошли вместе. А на утро встретила этого Кондина-то, который смеялся, Семен, и говорит, ты что сделал-то? Да я же было, говорит, окна не поколотила, а графене-то. Тетка Мария, так я посмеялся же. Вот и все. Все было. А умер отец по-христиански, был дома. Были случаи, когда мать говорит, я знала, что могла развестись. Ну, теперь уже на том свете все. Ну, что цепляться-то за это? Да ни одна мусульманка не цепляется. Она четвертая, у него и костюм висит. Я знаю, на четвертый день придет ко мне ночевать. Она говорит, я знаю это дело. Что дома в корме, 10 ребятишек, 17 еще. А наша мать, она умница была. Она на колени молится. И все. И мы ничего не знали, дети. Она нигде не, и нигде вообще ничего не знали. А он, может быть, один раз где-то там был, да и был ли. Вот, вот пример. Говорю она только. Я говорю, ты, голубушка, не держи на сердце, брось. Ты же любила его, когда ты любила. Были другие моменты. Ты цепляйся за них. А главное, скажи так, я никому не имею претензий. Не приватизирую полностью. Оставь маленько другому. Понимаешь, он родился маленько не в той стране. Он мог родиться в Тунисе. У него было бы законов 4, а разводись хоть каждый день, лишь бы одновременно 4 не было. Один, говорит, справляет 200-ю свадьбу. Он как новую найдет, а из 4 он выбирает, которая не слышит. Он ее вообще вычищает, говорит, зачистка идет все время, мусульманская. Это вера-то хорошая. Они, у них женщина золото на себя все одевает от того, что муж в любой момент может выгнать, а выгоняет с условием, что есть на ней. А брать еще рублей нельзя, поэтому она вся в украшениях. Да. Я знаю эту историю. Поэтому утешение одно во Христе, я говорю, давай помолимся. Помолились, она говорит, мне так легко стало. Так ты надейся. Тебе обязательно будут звонить. Да, звонят, жалеют. Отвергни, это враги. А кто тебя упрекает, ты сама виновата. Это друзья твои. Не тот друг, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. Ты сама виновата. Ты виновата, что он такой. У нас Игорь развелся, я говорю, она-то такая мастерица, тебе столько детей наносила. Такие девки-красавицы. А ты не молился, утробу разъедал такой пузырь. Ну и все, ты молился бы. И она была бы другая. А сатана, он трудится рядом. Это самое сложное мутарство. Видишь, я сижу уже. Татьяна сейчас звонит. Там еще не варите только. Я в обед приду на дорогу пирожки. Уже звонит с утра. Народ золото. Почему? Слово Божие, они очищены. Ну, ты на собрании видел, а там дальше занятия. На занятиях там одна возникала с ней, как разговор. И везде надо быть перед Богом радостным. Тебя это, Бог поставил. Это опять же от Бога. Христос так и сказал, что чтобы между вами были
разногласия, чтобы выделялся этот самый, как говорится, мудрый среди вас. Это апостол Павел сказал, не должно быть. Да, апостол сказал. Да, вот. Это разногласие это в чем? То есть в мелочах, не в вере. Не в вере. Вера, тут какие? Да было выявлено, были искусные. То есть тому должно быть. Должно быть, то есть приходит, а не то, что они обязаны быть-то. Это Господь допускает. Слово «должно» еще надо разобрать в смысле том, что они не обязательно, что без них не спастись, без разногласий. Они должны быть. Вы должны быть, как и в нас должны быть те же существования, что во Христе Иисусе. Вот это должны обязательно, а то допущено, как всякая власть от Бога. Это, ну, везде надо настрой свой сначала к Евангелию-то подвести, а не Евангелие к себе подтягивать. Все Писание было духовновенно. Еще какой тебе разговор? Все. Павел, когда говорил Писание, то кроме Ветхого не было. Господь говорит, исследуйте Писание. 5.39 Евангелия от Иоанна. Вообще ни одной строчки Евангелия ни одного не было. А что исследовать-то? Ветхий Завет – это благодать. А Новый Завет – благодать на благодать. Это в первом главе Иоанна говорится. Надо смирить себя. Считай блажена Фифилакта. И он прямо говорит, они неразрывны Ветхий и Новый Завет. Это все от Бога, от Духа Святого. Ну, надо понимать. А он отменил. Отменил, в смысле возвысил, Златоуст говорит. Возвысил. А где? А вот теперь ты найди где. Чти отца и мать. Я говорю, ты чтишь? Ну да, так это ветхозаветнее же. А в Новом Завете. А теперь возвысил, он сразу в тупик. Ну как чтить? Я оказываю почесть отцу, я кормлю, пою. И все. А по Новому Завете ему ты не можешь ответить. Как чтить отца и мать? Там заботились только о плоти. И когда уходил я на фан, он знает, говорит, навсегда ухожу. Давид говорил, только детей моих не оставь. Он заботился, чтобы дети были не на улице. И поэтому Мефивосфея он к себе приблизил. Косолапого-то, по соблюженными ногами-то. Это означает, что ныне открывается другая сфера. У Аарона были на раменах имена 12 колен Израилевых. Поэтому 32 глава, 32 стих, исход и говорит, если ты их не помилуешь, меня изгладь из книги жизни. То есть имена записаны были на небесах. Ну да. А и образы были, образы не были, потому что сам образ был в преисподней. А ныне Господь вывел, и теперь они Господом под жертвенником написано, видел души жертвенник. Их образы там. Ну и что? Да. Праведно идут туда все. И поэтому мы сегодня заботу о человеке простираем и за гробом, молимся за умерших. Для сектантов это откровение. Интересно, я беседовал в одном собрании у баптистов. Собрание хорошее, человек 450. И в конце пресвитер стал, мы все готовы сегодня перейти в православие. Все согласны, братья и сестры? Да. Но представь себе, ситуация какая. Я глазами видел, пусть кто-нибудь из миссионеров покажет такую ситуацию. Дальше. Это не все. И одна сидит впереди, и ребенка качает. Я говорю, а вы любите его, конечно. А если бы вот вы знали, что он сегодня умрет и будет не в раю, не вместе с вами, вы бы крестили его? Она встала, ребенка повернулась к ему собранию. Братья и сестры, я сегодня готова пойти покрестить его. Баптистка, за один вечер. У меня эта запись даже была, это я тайно магнитофон, в ящике стоял, это сумки, большая сумка, романтик 304 был. Вот и все. А почему? Да потому что на крещение было прообразовательное, это обрезание. Там обрезали мужеский пол, а здесь нет ни мужеского, ни женского. Вот почему. Так, а ребенок ничего не понимает. Израильский ребенок не умный был тоже. Восьмой день обрезали, никто не спрашивал. А подходили ножом и резали. Резали, не гладили, а вы ладошкой по голове гладите. Надо утопить в воде или в крови. Но... Да что, ну, так завет с Богом, то он не в завете с Богом, он в корабль не входит. Вы сами зашли в корабль, а ребенок не зашел. Так я сегодня крестить его буду. Молодец. Завтра покрестишь, я выезжаю сегодня. Баптисты. Так это Бог открывает, Бог открывает. Это не то, что я убедительно могу говорить места Писания. Так откуда вот у вас у православия это пиетет Писания, как Андрей Кураев обо мне говорит? Такая несравненная... Невиданная любовь к Священному Писанию. Так я это от сектанта получил. Я не от православных это получил. Но к этому склонность у меня была до Библии. От сектантов я получил только Библию, больше ничего. Я не пятидесятник, не разговаривал, ничего. Но
Меня уговорить не надо было. Дали Евангелие, я тут же сразу обратился и на колени. Они дали мне возможность помолиться. Сказали, молись своими словами. А я говорю, я никогда не молюсь, я Богородицу считаю достойным. Какую просьбу-то? Вот и сообрази тут. Я понял, просьба одна. У меня, я не верю в то, что написано в Библии. Дай мне эту веру. И Бог сразу дал по сегодняшний день. И вот какие эти были люди, Михаил, Анна, Еремеевы. И я у Бога попросил, Господи, дай мне вот такую жизнь, как у них. Кто бы ни приехал, все гости к ним валятся. И Бог дал мне. У меня двери открыты, я ключ спрятал, дверь день и ночь была открыта. Проходной двор. Бомжи приходили, ночевали. Вообще вообразить нельзя. С вокзала. А теперь встречаю нормальные люди, а мы к вам приходили ночевать, было негде. Ну, я и не знаю, я сам не попал, ночевал. Вот вообще, биографию моих нельзя составить. Дурак дураком, говорит, пугало огородное. А Бог ведет и дает внутреннюю радость. У дворца спортов дворец зрелищ. Там большой дворец, там, видимо, каток делают летом. Вот. И один подошел, бородой, так приятно одет, а вы меня не знаете. Не видел, где Накьяжа бомж приходил к вам в квартиру ночевать. Я говорю, я не помню. Библию нам считали. Да я не помню ничего это. Забывая заднее, Павел говорит, простираясь вперед. Мое поприще вся вселенная. И я да на деле это показываю. Если это нынче мы проедем, это будет непревзойденное. И никогда это не повторит никому. И не было этого. Павел зашел до Испании и кое-как вернулся назад. А мы-то на крыльях летим. У Павла осел был, а у меня газель. Газель, животное. Олег, посмотри, сколько тут юмора. Там еще больше апостола Павла, конечно, больше. Даже спрашивать нет. Да как так? Я больше Ньютона. Ну, что вы говорите? Ну, что Ньютон-то знает, открывал закон, шестиклассник знает. Еще удивляюсь-то. Шестиклассник знает в интернет зайти, он понятия не имел. Так вот, главное, здесь докажет это. Тут поняли, что шестиклассник знает больше Исаака Ньютона, тогдашнего, сегодняшнего. А как в Леши Павла? Ну, Павел-то знал, говорит, я сам не знаю, не видел, глаз не... А теперь-то уже и видели, и все описывают, и все говорено было. Павлова мы знаем, но мы знаем, где Павел подробности не дал. Мы каноны знаем, которые разъясняют, и толкование на него, которое, может, и сам не знал. Нам это открыто. Почему? Да 2000 лет прошло. Дух-то Святой трудился. А Павлу открыто было, он говорит, и мы, оставшиеся в живых до пришествия Господня. Павел-то серьезно думал, что при нем Христос явится во второй раз. А 2000-то лет-то нахлобучило на нас. Павлу-то и неведомо было. Вот, ну, понял, что мы больше знаем. Ну да, но при условии, что если мы все, что он сказал, правильно понимаем. Вот. Я когда это говорю людям, у них глаза, ну за кого вы себя считаете? За кого? Ни за кого я не считаю. Я просто разумно смотрю на это дело. И вот прям хватается за каждого. Вот. Я вот эти, которые заходил один, как у нас день деревни-то справляли-то. А патриарши, это где-то там, где Сергий Дудин, это Томская епархия там беснуется. А причащались не все. Ну, а тебе-то какое дело? Причащались? Нет, это ересь. Ну, тоже часть священников патриархии. У него ничего нет, у него вообще ничего нету. Это беснование. Ему надо привязаться, а ничего нету. Поминает патриарха Кирилла, сегодняшнего Сергия Евангелия. Он согласен. Но увидел в конце, не все причащаются. Неправильно. Я говорю, ты сейчас... Я не стал отвечать, думаю. Ты чаще причащаешься, потому и беснуешься. Я на собрании объяснил на занятиях. У нас принято 4 раза в году. Это оптимальное и самое нормальное. Потому что то и другое во вред идет. И редко, и часто. Это практикой показано. Но мнение святых отцов одинаково там и здесь. Одинаково понимают. Еще тут спорят. Ты так избрал, но причащайся каждый день. А другой считает, достаточно мне один раз в году. Это твоя душа. Прямо злобится. Вот что не так там с богослужением у нас. Прямо злобой такой говорит. И обзывает всякое. Я ему отвечать ничего не могу. Я боюсь его. Боюсь. А скорпион заполз в сапог ко мне. Вот так. Видишь, тебе прощипало глаза, а теперь прощипает и уши, пока говорим-то. Ты не будешь тысячелетнего царства ждать. Ты в нем живи. Царствуй. Царство Божие внутри вас есть. Царство Божие что? Не пища и питье. Радость, мир, праведность, радость во Святом Духе,
Христос сказал это. Вот три условия имею их сегодня. Праведность во Христе, радость во Христе, все во мир во Святом Духе. Все во Святом Духе. И главное научись благодарить. Мне сейчас благодарить не просто, потому что закрыто, что за этим. Но я благодарю, благодарю, Господи. Я просил воля Твоя. Какие-то могут быть встречи, какая-то смертельная опасность. Это Он знает, Он любящий так дает. Нам сочувствует. Ну как же это так? Да как же столько-то всего? Они уже ждали продолжения второй серии -то, боевика. И вдруг говорят, что они еще не написали. Как вот «Сибирочка». Есть такой фильм многосерийный. И последней серии не было. А потом у них изменили предыдущие две серии. Это один такой писал раньше было, про советского разведчика, он как Шерлок Холмс везде. Ну сколько ни бейся, он показал, что он погибал. Так на него в редакцию посыпались там, что, как мы привыкли, наш патриотизм. Он говорит, я по неволе стал тогда говорить. Мы его подобрали, оказалось, что он живой, и дальше начались новые серии. Ну народ этим живет. Да. Они вот, вот, если я еду, и я там побеждаю, передо мной все склоняются, тогда еще это пойдет. А то, что я теперь на коленках и на мне едут, они не согласны. А Давид говорит, и орали оратые плугом, пахали. Пахали, это означает, творили насилие, мужеложники. Смысл-то? Борозды, длинные борозды проводили. Это Давид говорит. Толкование-то одно за нары, считай. Они меня насиловали. И он об этом говорит. О каком говорит? О тех, которые взяли в плен. Длинные борозды проводили. Считал же? Я не думал, я читал, но не думал об этом. Ну, эти слова слышал? Ну, да. Ну, вот распахивали, пахали на чужой кобыле. Ну, вот я когда прочитал, ну, все. А вот, говорит, когда пошел вот этот Елиазар, там Елиазар, Елиазар, и Авраам говорит, положи руку под стегно, поклянись мне. И вот мне звонят, а что такое под стегно? Ну, стегно в пояснице. А при чем тут? Он уходил, он лежит, он ему руку подстегнул. Это означает подмошонку. Откуда идет происхождение? То есть поклянись мне потомством моим. Я тебе подробно говорю. Не думай, что я говорю глупости. Да как там? Да так. Ты евреев расспроси. Ну где поясница? Поясница, что выше ее находится? Ну а так-то неудобно руками-то прикасаться-то. Энергетика пройдет через хребет, куда надо. Согласились тогда. Ты смотри и обращайся к первоистоку. И там отец, вот тебе и подстегну. А отец у нас говорил, что-то не погоде, стегно ломит-то. Помнишь, стегну? А мы еще, ну, я думал, что-то простеженное. Простеженное. Ну да, корсет тебе дали. Там Авраам тебе простежил и дал. Ну, просчитала? Я уйду, ты про глаза забыл. Ладно, брат. Ладно, Игнатик, я думаю, еще свяжемся, вы же уезжаете. Когда? Завтра утром рано еще можно связаться. Утром в 6 часов мы должны быть уже за пределами нашей территории. Но теперь это все зависит только от Николая, как он подъехать. Он должен поехать на машине, оставить, а жена потом угонит машину. Снять бы ролик, как уезжаете. Витя, да. Заказ поступил первый. Снять, как мы выезжаем, как выходим, как садимся. Так что заряжай все. Да все заряжено. Все, слышишь? Ну подойди, покажись сюда, со мной. Присядь рядом-то. Пусть на тебя посмотрят. Здравствуйте, брат. Вот, это наш режиссер. Витя. Ну а как получилось? Сначала сказали, что не едет, а теперь едет. Ну-ка, давай объясняй. Ну, дело в том, что мы учителя тоже учимся, как и дети наши, на дистанционных курсах. А курсы до 30 сентября. Вот. Ну, так. В мае или сентября? Сентября. Угу. И Господь так сделал, что я раньше все сдал, все контрольные. Там мне помогала Елена Анатольевна, коллега моя. Ну, Барабаша Игоря, да. Старосты, жена. Да. Благослови ее, Господи. Много помогала. И я ей отдал все, все сделал. И она теперь заверит у директора и отправит в Москву. Все, а я свободный. Мы едем со свободным человеком, а? Это брат мой. Он пришел на занятия, как обратился. Это важно, чтобы в эту поездку уже такие бывалые люди-то. Чтобы я еще тогда переживать начал, как же сейчас нового человека брать, все равно сложности будут. А так-то удобнее, конечно. Дело в том, что никого нельзя, потому что... В Англии везде, только ты когда второй раз за рубежом.
А у нас никого таких нет в общине, только мы. Мультивиза первый раз не дается, второй раз только, да. Многоразовая виза. Они проверяют, что мы никуда не сбежали. Ну и правильное рассуждение это все о них. Я их не осуждаю, у них опыт. Но мы как раз трое, главное, Николай был. Николай, поясните, он приехал в больницу, лежал, и никак нету. Я тогда думаю, что же я делал? Молюсь Николаю, а в то время, бас, Николай согласен, Витя с дистанции сошел. А я Витя-то не молился. Я теперь их в паре, теперь все время только... Ну, а уж когда дойдем мы до точки, от Атлантики мы вернемся уже должны. А потом мы к Баренцевому морю поедем, Мурманск. Мы должны дойти до самой последней точки. Туда уже возврата не будет. А что у меня будет, не помню, если на 15-й год. Это уже ближе Москвы здесь. Там выше еще ваши. Их Бог положил на сердце. Один говорит у нас, священнослужитель. Да и книги никто Игнатия не берет, никому не нужны. Поэтому он так дает. Я говорю, теперь запиши это и поставь печать. Никто не берет. Я на этом не остановился. Никому не нужны. Но я-то знаю их нужность. И поэтому я сам. Добровольно, а везу их в конце света. Так это что, мне похвалу или не похвалу? Библию не берут, сектанты из-за рубежа привезли целые контейнеры, на стадионах раздавали в начале перестройки. Так это ничего, не честь им. Так они многие Библии находили в отвалах, брошенных в кюветах, но все равно что-то дошло. Это бумага. Много. Я вот только, сколько мы... знакомым больше полгода, вот только через меня пару десятков людей прошли насчет книг-то, как не да. берут. Спрашивают вот людей, где купить и где послушать, где посчитать. Людей много интересуется. Ну вот то, что главное, никто не берет. Ну, в первую очередь, это не соответствует действительности. Книги нигде в магазине не продаются, ни в одном магазине. Про них никто и не знает. У меня только сегодня утром поступило 2 заказа на книги. Только 2. И оба я сказал до октября, потому что уже не успеваю. Только сегодня, за одно утро, никому они не нужны. Это тебе они не нужны, потому что ты пить любишь. И с безбожниками валандишься, я тебя знаю. Вот и все. А священнослужитель. А если не нужны, я сам везу, и люди теперь берут и переменяется жизнь, что-то стоит. Я не остановился. Люди не знают Христа, не могут зайти на небо. Сын Божий сошел туда. Он идет к ним. Идет в домы, в трущобы везде. И везут свое. Это не означает, что я их не люблю. Наоборот, я ценю свои книги. Но я их даром отдаю. Внутри меня Бог поселил особую радость. Я вот отдаю, а на душе до того мне радостно. Я не могу выразить. Вот приняли, расписались, приняли. Я отхожу и улыбаюсь. Я 38 детишек оставил там. Приходите, радуйтесь. А мне теперь пишут, а мы ваши книги теперь поставили при самом входе в библиотеку, чтобы видно было сразу. А они там Ленина ставили, куда они его дели, не знаю сейчас. Мы их потесним маленько. Там Маргарет Тэтчер как-то ей зашли, там и показывают, где она в дворце-то там есть. И там разные, там Вильсоны, все эти премьер-министры доходят до лестницы, спускаться вниз. А советские говорят, да а тут дальше места нет. Она говорит, а я их всех туда вниз потесню. Так и получилось. Железная леди. Так и здесь. Мне один священник пишет, знаешь, я все, говорит, книги унес, говорит, на чердак. На чердак перенес там, пристроил в библиотеку. Оставил Златоуст, на которого ссылается, если ваши книги поставил. И когда священники заходят, а что это за книги, откуда? Вот и проповедь. А другой еще лучше сделал. Но так никто не делал. Он выписал все вопросы, а в то время у меня вышло только 4 тома. 4, а не 38. И тогда было где-то уже больше 1500 вопросов я ответил. И все вопросы выписаны до потолка. Вот крупно. И какой том? А ничего книг-то нет. А книги у него лежат под прилавком, где торгуют с вещами. А отдельную комнату рядом вывел. И кто считает этот вопрос, он тот том дает, в другой комнате занимаются. Тут же прямо при храме. Вот как делает Господь. Книги никому не нужны. А ты в интернете посмотри, сколько людей через книги нашли истинный путь. Это развертка. Потому что вынули один вопрос, а этот священник у меня был, интересно, а я так из мешка вопросы вытряхнул, там 2500 вопросов. И он сидит в это время на Фанаил тогда, и романах был он еще.
печатает быстро. А я, меня не трогай, я сзади хожу, только вопрос задан, я на него отвечаю, меня здесь нету. А этот священник с ногами разутый, залез на койку среди этих бумаг-то и выбирает, какие вопросы ему интересные. И мне подает. Вот выбрал 10 вопросов. Когда я закончил, он говорит, я ни на один правильно не ответил. Я говорю, я знал ответ, и люди бы мне это задали, я совершенно не туда вел, говорит. Ой-ой-ой, да это сколько же надо знать-то? А я ему ссылаюсь, каноны, жития святых, это немного, 1173 биографии. А ссылаться на святых отцов, это еще 300 томов, томов. Я их все сам не считал, но главное я знаю. И надо все это совместить в ответе на священное писание или на жизненный вопрос. Да ты жизненный-то подведи со счетом Библии. Одна вот, я православная? Нет. Ну да, она, кто она? А баптистка ее сестра. А православная потеряла квартиру. И баптистка сестра ее пустила к себе на квартиру. Вот как дело обстоит. Ну а православная пришла, и она и комнату отдала, все, деньги не берет. Ну я все расставила, и, ну конечно, икону сразу поставила. А баптистка зашла. А икону-то, эти идолы-то зачем? Мы же договорились, что ты будешь жить без идолов. Да какие да идолы иконы? Идолы, там написано, изделия рук человеческих. А к ней же приходят баптисты, какого будет она? И она пришла на занятие и спрашивает, что мне теперь делать, зима, уходить на квартиру? Я без икон не могу, я говорю, без икон не можешь, возьми с иконы, живи на сугробе снега. Она ж тебя... Она тебя пускала. Значит, ты до нужной до кондиции не дошла, стой на своем до конца. И с иконами будешь на улице. Второй вариант такой. Положи, чтобы ее не видно было. Как Рахиль, спресс под седлом. Своих идолов-то я говорю. И дальше у тебя... Она баптистка, она хозяйка. Она условия не нарушила. Но ты благодари Бога, какая у тебя сестра-то хорошая. Она не порубила без тебя их, не сожгла твоих идолов-то. Ой, так убрать не надо. Ну, конечно, убери. А молиться как? Идолопоклонница пришла на занятие. Ну, прикрой их материей, вуалью какой-нибудь. Ну, прежде молиться, открой, посмотри, тогда молись. Довели на нужные кондиции. У вас и молиться некуда. Ко мне старобрядец один, не ко мне, а к сестре моей. Зашел, она белила в комнату, икону убрала. А у вас молиться некому. Она говорит, я ту же икону притащила. Это не кальянская икона, ему надо только бронзу. Я скорее бронзу принесла, там еще не разберешь. Тогда 3 поклона сделал, чтобы не оскверниться. Главное, ни с кем не молиться, чтобы была ременная лестовка и умел всех подряд судить. Все, на этом спасение. Библию не считать. Ты летик, переходи к нам. Вот вся проповедь у них, у старообрядцев. Но он тоже человек, и он хороший человек. К ним приезжают, так он их всех бабок развезет. Развезет. Он как-то узнал у меня про симфонию на шитие святые, так он брал у меня пачками. Это он меня сделал, обескровил. По этой книге-то. А там еще такого-то нет. Ну, а политичная книга-то. И надо везде увидеть, как тебя Господь любит и гладит, подкладывает к тебе. А у меня везде они, и баптисты, и все находят. Баптисты из Америки пишут. Игнатий, он в пух и прах баптистов разносит нас, а его все уважают здесь. Почему? Баптисты. И кто говорил про КГБ? Когда у меня стол вскрыли, где машинка-то там, а там написано КГБ, комарилья гнусных безбожников. Вы опоздали. Подполковник сидит. Игнатий Николаевич, ну это вы зря. Я говорю, да я сам вижу, что зря. А они выступают в епархии и говорят, а мы его уважаем на меня. Почему? А он искренне говорит, камень за пазухой не держит. Ну вот и все. КГБ похвалили. А я их по их ведомству несколько раз проходил. Натихся, вот это Александр, вот он пятидесятник или баптист, вот который проповедует, плачет, который. Проповедует, плачет. Какой? Ну вот в Америке там есть у них дом хлеба, у них передачи. А баптист, который... А, я его не вижу. Он у меня в друзьях-то не состоит. Он не в друзьях, а он на языках заговорил. Это, если говорит, то это пятидесятник. У баптистов этого нет. Баптистов не говорят совсем. Баптисты, да? Самое правильное. Баптист это православное, кроме рукоположения. Или по икону там Божью Матерь не курили. Люди как этого не поймут. А баптисты это люди самые правильные и чистые. И собрания они все делают по первоапостольски.
и любят друг друга, и никакого валяния нету, и хорошее песнопение там Проханова поют, везде составлены. Талантливые люди. Во всех отношениях хорошие, но нет рукоположения. Они, где нет рукоположения, это не церковь. Они никак не могут понять, да как же так, что мы не спасемся, да спасает Бог, не Игнатий. Но я вам должен по Писанию сказать. Где нету епископата от апостолов, хиротонии, не церковь это. Ну, православные не так. Ну, идите к католикам, григорианам, армянам, коптам, сирийцам. Ну, выберите, что, все плохие. Ну, умолите, чтобы трех ваших старших пресвитеров рукоположили епископ. Они всех рукоположат, никого не менять. Вам не надо одежду носить. Обойдетесь без всего. Ну, я очень хочу, чтобы бороду не брили. А, ну, если никак, нельзя по-другому-то. Но они понимают, они понимают же рукоположение не так, как мы. У них совершенно иное понятие. Они никак не понимают. Они понимают, что первый, не имеющий ничего рукоположения, это рукоположение действительно Джона Смита. Без всякого прикословия, Павел говорит, меньше благословляется большим. Епископ может благословлять, рукополагать, но священник епископа не рукополагает. Они это не понимают. Это самая большая дыра у них. В мозгах и в жизни. Но они понимают так, если человек вот такой, как говорится, в вере утвержденный, вот, они уже считают, что он уже рукоположенный. Нет, они так не считают. Мы были у баптистов в Новосибирске, и они кого-то рукополагают. Свои пресвитеры, старший пресвитер приехал. Но у них сакральности никакой об этом нету. И они его рукополагают, хороший брат. Все его выбрали. А в это время у них приехали какие-то журналисты из Финляндии. И они когда рукополагают начали, а журналисты эти сидят здесь, и они им машут, ну идите сюда, вы тоже руки положите. То есть им разницы нет кто. Так нам это интересно было. И журналисты обыкновенные, ну никто. А вот у нас теперь епископ, раньше они не называли, старший пресвитер. Откуда он? Ну, его руку положили. Ну, а первый это откуда? Врата ада не дали церковь. А вы все пришли в 17 веке. Что, снова Христос церковь образовывал-то? Но которые смиренно принимают, они сразу делаются православными. Меня спрашивают, а вы хотите, чтобы они православными были? Не хочу. Они делаются хуже. Меня ошахнут. Как там? Да так, они делают трусливыми. Ломанными. Он теперь 70... У нас и бывший баптист, он меня теперь ловит назвать меня еретиком. Вы сами свидетели. Почему ему надо все время показать, что он супер православный? И по мощам он там, по всему он теперь самый-самый-самый. А я для него никто. И он меня в мощах приводит одно место. Я молчу. И он приводит место. А я поэтому даю еще больше ему 100 мест. Меня снова вызывает. Отходим. Выключай меня. Все, с Богом. С Богом. С Богом. Все, мы